Все, поехали. Друзья, сегодня мы с вами записываем и разучиваем песню «Хотят ли русские войны» на слова Евгения Евтушенко, музыка Эдуарда Колмановского. Будем разучивать все хоровые партии сопрано, альты и тенора. Для того, чтобы подготовить песню к разучиванию, руководитель создает партитуру песни, в которой прописываются четко все партии, и потом начинается разучивание всех партий. Сейчас мы с вами будем учить первую партию, партию сопрано. Хотят ли русские, хотят.